В Музее симбирской археологии целый раздел посвящен изделиям металлургии, которые принадлежат представителям Волжской Булгарии. Это государство существовало на территории Прикамья и Среднего Поволжья во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Судя по экспонатам, мастера той эпохи хорошо освоили металлургию и изготавливали уже совершенные орудия труда, такие как коса, плужный нож, мотыги, зубила, то есть орудия деревообработки и орудия обработки почвы. Но есть среди экспонатов металлические крючки и грузила для рыболовства. Причем они довольно крупных размеров, что говорит о том, что рыба в Волге водилась немаленькая. Болгары, живя на Волге, уделяли много времени рыболовству. По соседству лежат замок и ключи, похожие на современные. Мастера уже обладали знаниями механики. В экспозиции интересные предметы быта – металлические ложка и нож, керамический светильник, кресало для разжигания огня, кочедык, который использовался в сапожном деле, и швейная игла.